Вячеслав Громенко, город Барнаул, Алтайский край. Боковые судьи: первый стол Арсланалиев, второй Крутасов, третий Астахов, четвертый Мухараев, пятый стол Баляев. И в красный угол ринга приглашается боксер, представляющий Санкт-Петербург, Всеволод Шумков! Друзья, нам еще два боя предстоит посмотреть. Вот этот в весовой категории до 57 килограммов. Хит, кстати, середины 2000-х. Группа Pain, если не ошибаюсь. Да-да-да. Shut your mouth. Именно, все верно. Всеволод Шумков против Бобика Оганесяна. Всеволод представляет Санкт-Петербург. Победил в полуфинале Дмитрия Шиповского из Севастополя. Ну и также надо отметить, что Шумков, он был золотым призером первенства Европы. Но первенство Европы юниорское. Московскую область и Хабаровский край. Овик Оганесян! Ну и его оппонент Всеволода Шумкова, Овик Оганесян. Бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России, многократный призер международных и национальных турниров. Выступает за Московскую область и одновременно Хабаровский край. Мастер спорта международного класса, родом из города Одинцово. В прошлом году он завоевал бронзу на чемпионате России. В синем углу ринга Овик Оганесян, Московская область, Хабаровский край. Весовая категория до 57 килограммов. Финальный бой. Девять лет разница между двумя этими спортсменами. Бокс. Овик, естественно, старше. Что касается Всеволода, то он совсем недавно перешел из юниоров уже в взрослую возрастную категорию. Да, ну очень интересная пара с точки зрения их послужного списка. Опять же, тут противостояние молодого и дерзкого и опытного и матерого. И хорошо, кстати, сейчас начинает Всеволод, прессингует, поджимает соперника к канатам. Встречал сейчас передней рукой Овик Оганесян. Бокс. Да, на таком взрыве старается отрабатывать Всеволод Шумков. Достаточно мощным. Активно подключает переднюю руку, набрасывает. Стоп! Вы, не держать. Бокс. Снова джеб. Дальняя рука. Хорошо. Много серий у Шумкова. Стоп! Красный. Не держать. Бокс! Стоп! Бокс! Да. Разнимает из клинча рефери бойцов. И снова на средней дистанции начинают они такую перестрелку одиночными ударами. Ой, хорошо, с дальней руки боковым Овик Оганесян поплавливает. Тут еще одно попадание. Да, и что интересно, хоть и поединок делится на такие эпизоды, то есть активность и пауза. Паузы не самые большие, а активность очень насыщенная, то есть очень много ударов за единицу времени. Немножко заваливается сейчас Всеволод Шумков. Не держать. Стоп. Снова клинч. Не держать. Бокс. Но здесь с одиночным нет. С одиночным точно ничего значимого не сделаешь удар. Нужны серии. Причем и серии атак, и серии этих ударов, естественно. Но все так же старается больше прессинговать Всеволод Шумков. И все это делает с сериями. Да, Ойку не всегда удается удачно встретить соперника. Ну, мы уже на протяжении вот как раз-таки этого финального дня наблюдали, да, такую картину, когда более опытный титулованный боксер немножечко так дает
поверить в себя своему оппоненту, молодому и дерзкому. Ну, дает возможность, да, вымахаться где-то. Вот, абсолютно верно. Потратить лишние силы, а потом дальше инициативу активно перехватывать. Готовится продолжить финальный поединок. Мастер спорта России международного класса Всеволод Шумков, город Санкт-Петербург. Повторная атака. Первую пробил. Поселок 2001 года рождения. Боксом занимается 10 лет. Победитель Всероссийской Универсиады 2020 года. Тренируют боксера Александр Шабар и Вячеслав Иванов. Первый тренер Александр Николаев. Секунданте за ринг. Стоп. Бокс. Второй раунд. Итак, второй раунд. Тут немного поинициативнее сейчас начинает действовать Овик Оганесян. Кстати, да, и не то, что немного, прям достаточно успешно. Он закидывает боковыми соперника, но чувствуется, что у него это такая наработанная комбинация, одна из любимых, по всей видимости. Даже, скажем так. Да, потому что он и в первом раунде похожие удары выбрасывал, но сейчас просто так настроил прицел, стал попадать точнее. Но мне показалось чуть низковато. Где-то ниже вот резинки, да? Да. Но рефери не вмешивается, значит, все легитимно. Челночит Овик Оганесян. Стоп! Стоп! Вы не держать. Босс! Небольшое замечание за удержание. Ну, привычно, в общем-то. Ну и теперь уже целиком и полностью с позиции первого номера отрабатывает Овик Оганесян. Не держать. И сейчас попадает передней рукой. Да, хорошо, кстати. Ну вот в таком встречном боксе Овик Оганесян стал поточнее, как мне кажется, в этом эпизоде. Было так столкновение головами неприятное. И посекся уже. Да, причем так видно, что прям морщился от боли. Не сразу кровотечение открылось. Тут, может быть, даже мини-сотрясение какое-то было. Ну, да. Посмотрим. Ох, да. Ну, причем самое интересное, что Овик сам тоже летел головой вперед. И вращение в неприятном месте, потому что если кровь будет течь, она будет как раз попадать в глаз. Да, впереди еще очень много времени. Да, 2,5 раунда практически. Ой, раунд с половиной практически. Да, смотрите сейчас, как здорово. Прицельной такой двойкой, четко в голову. Вы. Попал Овик Оганесян. Минута с небольшим до конца второго раунда. Клинч. Ближний бой. Не достал своим ударом Шумков. И снова сближаются и повисают друг на друге. Хорошо уходил Оганесян. Низко наклонил голову, правда, но увидел момент, так боковым зрением отслеживал положение соперника и сместился спокойненько по прямой. Овик Оганесян сейчас опять хорошо поймал. Четко в голову пробил. Здорово ушел от бокового. Так, повернулся спиной. Да, я на это обратил тут же внимание рефери, что спиной не надо поворачиваться, не надо избегать поединка лицом к лицу, скажем так. Но это получилось непроизвольно. Еще один раунд у нас впереди. Послушаем секундантов. К заключительному раунду поединка мастер спорта России международного класса Овик Оганесян, Московская область, Хабаровский край. Боксер 1992 года рождения.
представляет центральный спортивный клуб армии. Боксом занимается 14 лет. Счет боя на ринге не ведет. Он победитель всемирных военных игр. Финалист командного клуба России в Ижевске в 2020 году. Тренируется под руководством тренеров Касаева, Смирнова и Рагимова. Это тренер Бунин. Секунданты за ринг. Третий раунд. Третий заключительный раунд этого противостояния. Кстати, что интересно, несмотря на то, что сечка у Овика она и в неприятном месте, и довольно существенная, нет большого кровотечения. То есть, видимо, там сосуды не повреждены, большие какие-то крупные относительно. Да, исключительно кожа. Не держать. Так, сейчас на разрыве клинча. Здорово. Переднюю боковой бросал Овик Оганесян. Стоп. Стоп. Бокс. Нет, здесь по воздуху и так уже где-то от бедра выбрасывал Оганесян удары. Неплохая серия сейчас прошла у Всеволода Шумкова. По спине не бить. Стоп. Стоп. Бокс. Ух ты, зацепил, да. Плотненько. В широкую стойку стал Всеволод, не успел сманеврировать на ногах. Где-то немножко даже разъехались у него эти ноги. И правый боковой был весьма точен, да, от Овика. Ну тут уже совсем сил не остается. Еще минута 40. Боксировать. Очень много стало клинча. Стоп, вы, слышали? Бокс. Плотного, изнурительного. Но пускает опять навстречу Всеволод Шумков. Овик тоже видно, что много сил потратил. Бросает удары уже так где-то натужно даже. По корпусу с передней руки тут же добавляет Овик Оганесян. Очень много стало клинчей. Да, какая все-таки, какой контраст. Предыдущий поединок, да, между Володей Нацаханяном и Эдмундом Подаяном. Соперники друг друга преследовали по рингу, то здесь бесконечно друг на друге повисают. Да, 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 здесь они сближаются и как раз очень много клинч. Синий, не толкай, стоп! Вы, не толкай. Бокс! Пытается идти вперед Всеволод Шумков. Выбросить как можно больше ударов в эти оставшиеся полминуты. Подключая все уже мыслимые и немыслимые резервы. Вот это встречная хорошая атака от Шумкова. Тут же закрывается от ответной атаки Овика Оганесяна. Всеволод. И 10 секунд. Отсчет финальный. В корпус попадает Овик одиночным ударом. Ну и снова клинч, уже привычная ситуация. И все. И все. Финальная сирена. Ждем объявления результата, кто окажется победителем. Ну, хвалят, в общем-то, Всеволода Шумкова. Кстати, надо отметить, что Санкт-Петербург был представлен достаточно большим количеством боксеров. Ну, вот Всеволод остался последним, кто... Сейчас отбоксировал, все остальные ребята повылетали. Ну и сейчас узнаем, станет ли Всеволод чемпионом. Да, или вот же все-таки... столкновение головами, по-моему, которое... Да, и еще одно. Или же все-таки чемпионом станет Овик Оганесян. Уважаемые дамы и господа, в этом финальном поединке раздельным решением судей одержал победу и стал чемпионом Лига ставок чемпионата России по боксу среди мужчин 2020. Весовой категории до 57 килограммов. Боксер красного угла. Да, Всеволод Шумков становится чемпионом России. Санкт-Петербург. Вот так, да, единственный представитель Санкт-Петербурга, насколько я понимаю, который все-таки взял. Ринг приглашается
семикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы и мира, четвертьфиналист Олимпийских игр в Афинах, заслуженный мастер спорта России Евгений Макаренко. Награждается серебряный призер Лиги ставок чемпионата России по боксу среди мужчин 2020 Овик Оганесян, Московская область, Хабаровский край. Под ваши бурные аплодисменты, друзья. Награждается чемпион Лиги ставок чемпионата России по боксу среди мужчин 2020 весовой категории до 57 килограммов. Всеволод Шумков, Санкт-Петербург. Аплодисменты чемпиону. Чемпионский пояс, медаль за первое место, денежный сертификат в размере 500 тысяч рублей и ключи от автомобиля. Давайте поаплодируем чемпиону и серебряному медалисту Лиги ставок чемпионата России по боксу среди мужчин.